Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как сделать кодовый замок. Ну, как бы вот я уже часть сделал, как бы, ну, чтобы... Ну, тут будет механизм находиться. Смотри, вот эта дверь будет открываться тогда, когда мы введем правильный код. Пока она просто так открывается. Для этого нам нужно сделать ячейку памяти. Эта кнопочка сброса будет у нас. Я решил сделать код из 4 штук. Я убрал свой, как бы. Сейчас я уберу все так. Оставляем ровно 4 поршня. Все, друзья, я оставил 4 поршня. Делаем, смотрите, что делаем мы. Делаем такие. Делаем, короче, ячейки памяти. Так вот, первая. Вторая. Третья. Четвертая. Вот, друзья, 4 ячейки памяти. Мы вот эту ставим на OR. И вот эту ставим на OR. И так делаем со всеми. Сейчас я сделаю. Ой, не XOR, а OR. 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 Все, друзья, я везде сделал OR. Дальше мы подключаем следующим образом все. Ну так, раз, и два, три. Раз, два, три. Раз, два, стейс. Раз, два, стейс. Потом этот вот так. Потом вот так, вот так. Смотрите. А, да. Вот так, вот так и вот так. Вот так, вот так и вот так. Все сделаем вот такие кресты, как бы. Потом мы это делаем на x нор. Так. Стоп. А, точно, друзья. Короче, все красную кнопочку, то есть, которая сбрасывает все, подключаем к вот этим гейтам. Подождите. Она сбрасывала, как бы, весь код. На x нор. А, нет, не XNOR, а NOR. 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 И NOR. И вот эти штуки мы подключаем вот сюда вот. К этим. К этим. Я, то есть мы... Еще мы подключаем... И подключаем вот эти вот, друзья, кнопочки к нашим... Вот этим. Два. Три. 4, все. Допустим, ввели вот так, хоп, 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 хоп. Вот у нас ввелся, мы нажимаем кнопочку. Брос. Все, друзья, все коды сбросились, отлично. Еще вот это делаем. Какой код вы хотите сделать, смотрите. Я хочу сделать вот такой вот код, смотрите. Вот так, вот так. Короче, вот так и вот так хочу делать код. Мы делаем вот так, включаем их, единственных. То есть... Подключаем к этой. А эту мы уже подключаем к нашим поршням. Вот этот к этому. Стой, друзья, что я... Какое... Сюда... Да, все норм. Вот этот мы подключаем, получается, к этому. Все, друзья. А получается вот эти, друзья, на других, получается, ставим NAND, который хотим, чтобы... И то же самое делаем. Хоп. Хоп. И
И вот эти опять же подключаем к поршням. Все, друзья, получается у нас такой кодик. Я его сбрасываю. Он вот такой, друзья. То есть вот эти вот два. Ой, друзья, я наоборот сделал. Ну ладно, если я сделал наоборот... И дверь открывается. Ну и, друзья, но есть небольшой недочет. Если с открытой дверью оставить, то получается такая штука. Так. Ага, все. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик. И всем пока-пока.